Всем хэк, друзья, с вами, как всегда, Дезертирка, и мы продолжаем наше прохождение. Честно говоря, плохо помню, чем мы там закончили. Давайте посмотрим завершенный налет, и может быть, выполнить миссию кража в ЕМ-3. Угу. Так. Можно, в принципе, в ангардике повыполнять, но, думаю, пока рано. И у нас тут незаконченные приключенницы. Думаю, пойдем на него. Пока что мы загружаемся. Думаю, есть смысл все это расхреначить. Так. Чтобы не тратить, как говорится, ни мое, ни ваше время, правильно? Да, все еще загружаемся. Теперь вот, судя по всему, мы уже почти дозагрузились. Готово. О, стопэ. Здесь что-то есть. Красочка. Круто. Красочка, это завсегда приятно. Ладно. Летим на полной скорости к нашему заданицу. Надеемся на то, что там будет что-то интересное. Крутой чувак. Но он не ожидал такой атаки сверху. С возвращением на базу Аид. Веселье только начинается, ведь так? К счастью, они не в форме. Легион так и не успокоился после убийства Гоула. Нам пришлось увеличить частоту авианалетов. Они, в свою очередь, укрепили оборону баз. Понаставили каких-то зениток. Можете узнать об этом побольше? Без вопросов. Ну да. Сейчас попробуем узнать что-нибудь поинтереснее. Ух. Хочется иногда полетать. Не так прикольно выходит, что никому не пожелаешь. Ты прав, Деврим. Они понаставили зенитных турелей по всей базе. Учитывая, что вы довели Легион до паранойи, там должна быть хорошая охрана. Ну, я тоже на это надеюсь. Значит, в кого мне стрелять-то? Скучно же просто так, когда ты ни по кому не стреляешь. Ладно, чего-чего, тебя я убью лично. Так. Супер. Случайно вылетел на рабочий стол, но я думаю, это никого не смутит. Тем более эти ребята ко мне так, по-моему, привыкли. Вот GeForce Experience вообще не в тему, конечно, вылез. Хотя не знаю, видите вы его или нет. Борзел. В принципе, глупый вопрос, наверное, он действительно борзел. Ладно. Пробираемся внутрь. Какие большие ракеты. Прикольно. Ладно, с этим придется еще разобраться, думаю, но ничего страшного.
Возрождение ограничено, кто бы сомневался. Знакомая картина. Но посмотри в окно. Так значит, вы видите турели? С трудом. Надо придумать, как подобраться поближе. Я что-то не вижу. Ладно, будем разбираться по ходу действия. Так, кто-то ко мне спустился на лифте, походу. Ребята, это, кстати, с огоньком. Так. Судя по всему, нам сюда. Извините, тут штормовое предупреждение. Выжили? Надеюсь, что да. Потому что если нет, я иду за вами. Мне так нравится, что иногда они стреляют на опережение, а ты типа просто встаешь на месте и не двигаешься. Удобно ведь. Ощущение, что за этой дверью кто-то есть. Ладно, с этим мы разберемся позже. Пока что нам нужно проникнуть. Мы почти на месте, но там все перекрыто. Мы действительно довели их до паранойи. Здорово, да? Будет здорово, когда они доберутся до турелей и разнесут их в щепки. Прости, чувак, но нам было нужно, чтобы ты немножко умер. Ты тоже. Минус ты, минус ты, минус ты. Ну и тебе-то даже патронов на тебя не хватило, обидно. Ладно, разберемся с ними вручную. Одно правило. Никого не оставлять в живых. Действует безотказно. Определенно удобно стало летать. Батареи турелей тоже закрыты щитами. По-моему, это уже слишком. Пусти меня к терминалу. Я разберусь. Что? Откуда у вас здесь столько ребят? Неужели вы меня так боитесь? Давайте поговорим по-дружески. Что я вам такого сделал? Ну да, убил кучу ваших братьев, собачек. Наверное, не из-за песиков. Ну, больше не из-за кого. Ну, не из-за танков же. Они на меня всегда бросаются. Ну не такой же я плохой, как им кажется. Ну простите меня, друзья, я не хотел сделать вам больно. Я просто хотел уничтожать здесь все немножко. Но это же не значит, что я плохой. Секундочку. Я немножко разберусь со всем, что здесь происходит, и вернусь. Из всех турелей уничтожено только одно. От меня уже тем временем целится куча народа. Не очень приятно. Совсем, я бы сказал, мне.
Ребят, ловите сюрприз. Надеюсь, вам понравилось. Я чуть сам не умер. Но для вас доставил. Так. Ладушки, а ладушки. Видимо, мне нужно... сделать что-то с этой хренью. Или... А, стоп, вон он. Турели можно уничтожить, только взломав терминал, я так понимаю. Да. Походу, так оно и есть. Что, подмога? Серьезно? Ну я же с миром, друзья мои. Стоп, куда они исчезли? Над церковью замечены десантные корабли Легиона. Внимание! Хм. Нам куда-то туда. Видимо, остатки находятся там. Много у вас, друзья мои. Но не волнуйтесь, у меня для каждого найдется по пуле. По пуле. Почему же я им отцов родимых ищу? Штормовое предупреждение. Я предупреждал. Не рычи на меня. Короче, давайте по-людски разберемся. Вот так вот будет самое оно. Да что ты хочешь ко мне подходить? Зачем? Дружочек, я иду за тобой. От меня, так сказать, не скрыться. Ладно, взломаем это дерьмо. Ау. Что-то больно. Что, там есть еще последняя турель? Ладно, взломаем терминал через пол. Будем профессионалами. Отлично. Это все. Но как бы мне не хотелось выбраться отсюда, их тяжелые танки питаются от двух генераторов. А ты знаешь, как мы относимся к их танкам. Это уж точно. Девочки, да вы шутите? Почему каждый раз за вас работу должен проделывать я? Отстань. Тяжелые танки, генераторы. Ну, рванет у них под брюхом. Что изменится-то? Типа вы мне решили сообщить, что вы мне не дадите уйти, что это, или что? Ну на тебе штормовое предупреждение. Че, думаешь, оно тебе как-то поможет? Это наш билет домой. Но раз уж мы здесь, можно сделать еще кое-что. Помнишь то большое орудие, которое мы вывели из строя? Со всей этой хитрой механикой. Так вот, оно почти восстановлено. Осторожней там, не стоит так рисковать. Иногда это единственный путь к победе, Дэв. К
Почему нет-то? Я не против. Давайте повредим его. Тем более, что мне могут сделать кабал? Не, ну серьезно. Так. Стопесики. То есть серьезно? Повредить? А, нет, все-таки. Все-таки вывести орудие из строя. Я-то думал, в чем прикол. Но это, видимо, открывало дверь на выход. А то я думаю, что они не могут залатать, что ли, пару труб? Отлично. Когда эта пушка попытается выстрелить в следующий раз, Легиону это очень не понравится. Зачем ждать? А ты права. Пойдем к пульту управления и начнем процедуру пуска. Ну вы безумны. Мне это нравится. Чувак, ну не идет тебе быть щитом. Сколько тебе раз об этом надо повторить, чтобы ты наконец понял это? Не люблю вот этих мелких муразей. Мне интересно, он понимал, что я каждый раз по ним попадаю или нет? Ладно. Пульт управления, говорите, да? Ну давай, детка. Мне кажется, что-то пошло не да, так. Да, вы сегодня отработали как следует. Красный Легион будет в ярости. Может, пора заканчивать? Пока вся их база не рухнула вам на головы. А, Деврим, ну что ты так нервничаешь? Не знаю, что на него нашло, но мне это нравится. Ну, такое ощущение, что надо мной ходят ребята. Злые такие ребята. Ну, или уже не ходят. Так. А вот подо мной определенно какая-то хрень есть. Отстань. Кстати, где-то здесь есть еще одна полезная штученция. Ну-ка, давайте-ка ее найдем. Если смотреть по карте, то она вот здесь. Вот туточки. Тайная база. Ну или что это? Яма. Круто. Пробуйте ко мне, друзья. Я всегда рад новым знакомствам. Ну, пожалуй, всем, кроме тесиков. Тесики, мне, конечно, тоже определенно рад, но... В этот раз что-то пошло не так.
Яма какая-то оказалась агрессивная. Ладно. Разагрессируем ее обратно. Какой злой дядька. Ох. Понятно, на них это все равно бесполезно не действует, поэтому будем убивать только обычных юнитов. Так, перезаряжаемся. Ты все. А переживали-то. Как будто вашего командира убивают. А, ну, собственно, так и было, на самом деле. Ну, по сути, верно, переживали-то, ребята. Да, ну, давай, давай, в рукопашную вообще не проблема. Так. Все? И это вся яма? Я ожидал чего-то большего. Ну ладно. И на том спасибо. Будет что вспомнить старости. Так, тебя, 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 почему нет? Сойдет. Плазменный винтарь, плазменный винтарь, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, мне вот сюда. Красная вода, затонувшие острова, европейские мертвые зоны. Проникните на базу Красного региона и уничтожьте личный шаттл Тумаса уже сломанного. Уже сломленного, точнее. Ну что ж, вырываемся отсюда. Чтобы пройти внутрь. Мне просто лень уже с ними разбираться. Поэтому не серчайте, друзья мои. Оп-оп-оп-оп-оп. А мне не наверх. Каждый раз по-разному. Хотя здесь, по-моему, я уже был. Ну да, я здесь точно был. Как-то много народу. Двойной выстрел на самом деле не очень хорош. Так, шаттл, говорите? Где же он? Почему я его не вижу? Двойной, тройной выстрел. О, вот ты где. Ну ладно, отталкиваешь меня от себя, так скорее один. Я хотел с тобой как вариант. Но раз ты против. Так. Шаттл, 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 шаттл. Ауч. Так, шаттл где-то здесь.
Еще здесь ребята. Больших количествах. Я, конечно, не против, но... Так. Давайте поболтаем, ребят. Как-нибудь в другой раз, ладно? Неплохая пушечка. Но то, что ее надо удерживать, не очень круто. Так. Так, я думаю, что мы уже близко к шаттлу. Да, чтоб тебя. Ни разу за все это время не попал по нему. Это ж как-то обидно. От чего он умер? От страха? Так, давайте ко мне сюда шаттл быстрее, ребят. Потому что это уже реально не смешно. Сколько можно за вами бегать? А, это мы только добрались до этого места. Лол, то есть получается я все это зря делал. Ага, жесть. Ж надо было так лохануться-то. За вас, друзья мои. Ой, за вас. Эх, ладненько, давайте, побежали, я думаю, да? На этой базе корабль Тумаса Несломленного. Только так мы доберемся до Всемогущего незамеченными. Вам придется его украсть. Экстренные новости, к нам идут падшие. Видно, с первого раза не понимают. Эти падшие гнусные стервятники. Вечно налетают, когда их не ждешь. Как варлоки, когда я... Продолжай. Да я... Нет, я... Я закончил. Я так понял, что нам придется драться с Легионом и с падшими разом. Ну, а что, я не против, в принципе. Мне особо не нравится ни те, ни те. Нет, ну, падшие, конечно, в будущем, может, и станут какими-нибудь хорошими, особенно учитывая, что... Новое дополнение так и называется, падшее. Ну, мало ли. На посадочной площадке остался лишь один корабль. Должно быть, это корабль Тумаса. Доберись до него, пока не поздно. И как мне это сделать, если здесь все заперто? Ладно. О, ребята его обстреливают, это хреново. Они серьезно хотели меня так убить? Ребят, так это что-то делаете? Вы вообще думаете? Потому что у меня такое ощущение, что нифига. Вас, конечно, много, я не спорю, но... Давайте как-нибудь без этого всего. Ваши любимые шарики, ну куда ж без них-то, мать-то? Здесь столько. Так, ладно, мне пора на выход.
И это все? Серьезно? Ну, просто если это все кабал, то у вас большие проблемы. Это было жестко. Мне понравилось. Ну серьезно, за все время ты хотя бы какое-то сопротивление откабал. Обычно это какая-то плюшевая хрень. Ну почему вы все время от меня убегаете? Я что, так плохо выгляжу? Ну да, я по вам стреляю, но это же не повод. Все? Путь свободен. Теперь подведи меня к кораблю Тумаса. Вас, сейчас мы его позаимствуем. Ну давай. Куда подводить-то? Угу. Прикрой меня! Нужно выяснить, как это работает! Защищай корабль! Как будто мне в первый раз. Так, давайте поговорим, ребят. Чё от вас как-то много. А вам разрешено сюда прилетать? Вот я думаю, что нет. Пошел он отсюда. Так. Все больше кабал, все больше кабал. Мне почему-то кажется, что вы не готовы. И где крики боли? Ты еще жива? В отличие от некоторых, страж может управиться с вражеской техникой. Эй, этот телепорт был по-вексовски мудрёный. Ну конечно, теперь они на корабле. Куда же без этого-то, мать-то. Взорвал себя собственной гранатой. Едет! Я крут! Опасные же гранаты здесь. С самого начала, да? Вот дерьмо. Прикрой меня! Нужно выяснить, как это работает! Защищай корабль! Ладно. Давайте сделаем это на третий раз уж. Ну, второй, правда, ну окей. Надо было более аккуратно убивать себя гранатой. Короче, ждем их. В любом случае, они должны прийти сюда.
Ну, вы сами виноваты, ребят. Ага. Очень-очень интересно, да, было, конечно. Так, то есть, кабал. Кабал номер два. Сейчас, подождите, дальнострелы. Мне нужно просто на вас навестись. Ну, зато опыт получил. И на том спасибо. И где крики боли? Ты еще жива? В отличие от некоторых, страж может управиться с вражеской техникой. Эй, этот телепорт был по-вексовски мудрёный. Ладно, ждем, пока они выйдут на центр и... Просто загасим их. Типа вот так, например. Воу! Да ты оборзел, чувачело. Ты какой-то слишком большой и борзый. Вот и ключи сработали! Заканчивай и поднимайся на борт! Конечно, конечно, только этим и занимаюсь. Вся надежда на тебя. Уничтожь орудие всемогущего. Положи конец угрозе, нависшей над миром. А мы тем временем подготовимся к решающему сражению за город. Песенка Гоула спета. Хочется в это верить. Надеюсь, что все получится. Ну, чё-то, мне кажется, будет больно. Отряд завала окружил город и готов к наступлению. Но прежде всего мы должны обезвредить орудие. Так что жду твоего сигнала, напарник. Что-то, мне кажется, будет жарко. Получилось. Мы на всемогущем. Отлично. Необходимо пробраться к центру корабля и обезвредить его боевой комплекс. Лучше всего следовать за потоком топлива. ДГД топливо. А я думал, зефирки. Не угадал, да? Ну ладно. Видимо, сегодня я останусь без вкусняшек. Так, ребят, давайте без всяких разборок. У нас же все хорошо, ведь так. Оружие уже активировано. Мы опоздали? Еще нет. Необходимо разорвать связь между всемогущим и солнцем до того, как он разрушит его магнитное поле. И мы услышим бабах. Кто знает, может, мы и вправду услышим бабах. Вначале здоровяка, а потом малявок. Давай, займись выдвижением места. Мост нам нужен.
Да вы серьезно, сучки? Ладно, у меня есть подарок. Что, вы думали, я без сюрприза сюда заявлюсь? Наивные утырки. То, что у вас есть хорошие пушки, еще не значит, что у вас есть хороший вкус. А хороший вкус говорит о многом. Жопа подгорает, друзья мои. Правый борт всемогущего. Наши силы прибывают к городским стенам. Атака начнется по твоему сигналу. Будет сделано, командир. Ну да, я постараюсь сделать так, чтобы все было окейшки. У меня теперь есть меч. Можно мечом шандарахать. Приятно ведь. Тот туннель должен привести нас в сердце корабля. Серьезно? Туннель в корабле? Тупик. Можно пробить путь буровыми машинами. А почему здесь все закрывается? Какого хрена здесь происходит? Чё-то мне это всё не нравится. Кажется, топливом Красному Легиону служит целая планета Меркурий. Хищническая эксплуатация Солнечной системы? А это впечатляет. Он радиоактивен и нестабилен. Не стоит находиться рядом с ним слишком долго. Вставить батарейку. Видимо, тоннель скоро будет не тупиковым. Так вот зачем бачки-то нужны. Какие же вы, ребята, назойливые. Не даете мне даже пару минут отдохнуть. Так. Тех малявок, думаю, уничтожим. И все будет хорошо. Я же говорю, нельзя же все закрывалось. Видимо, это были лифты доставки или... Хрен их знает что. Сгори, пожалуйста. Вообще-то кажется, что вот тот чувак довольно злой. Ну, вон тот, который на меня бежит. Жалко, прожил недолго, да? Смотрите-ка, я как раз вовремя. И тоннель теперь есть. Удобно, да? Все эти камни... Сложно поверить, что это одна из наших планет, раздробленная до состояния крошки. Завала. Команда на позиции у периметра города. Так точно. Приготовиться к тишине по всем каналам. Красный Легион не должен о нас знать.
У нас есть и другие планеты, мы их не отдадим. Ну да, вот только Красный Легион знает уже обо мне. Будем надеяться, что я не провалю миссию. Что, чувак, больно? Надеюсь на это. Потому что нефиг нападать каждый раз на меня. Вот сейчас будет больно. Что ж, единственный путь к нашей цели лежит там. Твою ж мать. Ладно, благословите меня, ребят. Солнышко, скажи мне привет! Сука, как же жжется! В тени! В тени! Как же жжется это дерьмо! Будет больно! Тень. Привет, тень! Рад встрече, тень! Мне прям кайфово, тень. Вам, ребята, я смотрю тоже. У-ху. Давай попробуем сразу до туда. Есть. Я смотрю, ребят, тоже подгорает. Круто. Ну что, ребят, на солнышко выйдем погулять? Нет? Ну тогда там и оставайтесь. Ауч. Блин, почему так больно? Я ж в тени вроде стою. Ладно, бежим до самого конца. Грёбаное солнце. Я долечу, мать твою. Да не мешайтесь вы. Это было жарко. Наши пути расходятся, Страж. Ты знаешь, куда идти. Наша помощь тебе не нужна. Если мой путь оборвется сегодня, я уйду счастливой. Если твой путь серьезно сегодня оборвется, я тебе задницу надеру. Давайте без этого дерьма, пожалуйста. Надоели. Надоели. Ну серьезно, надоели. Все? Успокоились? Нет? Ну давай по щам. Я даже чихнул, мать твою. Со страху. Как я люблю паркур. Если мы хотим пройти вперед, нам нужно двигаться вверх. Завала сказал бы нечто подобное. Ну, как бы это логично, учитывая, что движение в любую другую сторону здесь просто невозможно, ибо это кусок некой шахты подобной хрени. Думаешь, ты закрылся от меня еще там или что? Я тоже так могу, и чё? Мне просто интересно, ребята, когда вы остановитесь. Порубаем немножко мяска. Эй, Хоторн говорит, что мы приближаемся к точке входа. И я не мастер прощальных сцен. Сделай то, что требуется. И смотри, там не помри. А то кто над моими шутками смеяться будет? Ой, не знаю, я ведь над ними не смеюсь. Хотя, кому рассказываю, конечно, смеюсь. Так. Видишь те трубы? С их помощью мы достигнем ядра орудия. То есть мне просто нужно прыгнуть в одну из них, да?
как они прикольно подрываются на самом этом дерьме. Больно. Наверное. Ну, этот злой дядька очень злой. Очень мертвый и очень злой. Ты за травму меня ослепляет, чувак. Можно как-то без этого дерьма? Все, остался один. Все. Ну почему не все, то ё-моё. Эх, вы утырки. Теперь-то хоть все. Ладно, чуть моя жопка нам будет очень неприятно. Была не была. Пока, ребят. Ох, засосет. Мать твою. Чё ж здесь за хрень-то творится? Ох. Как засасывает-то. Что ж, не двинуться? Оп-оп-оп-оп-оп. Куда это у нас? Мы где вообще? Только не говорите, что мы в мусорной печи, которая сейчас зажжется. Вот вообще не круто было бы. Как-то все странно. Перехватчики. Они что, хотят, чтобы мы все тут взорвали? Ну ладно. Раз вы, ребята, сами этого хотите, я не против, в принципе. Мне только главное дать правильный вектор, так сказать. А уж со всем остальным я разберусь. Хоть в полете, хоть нет. Но вам настанет конец. Ух ты! Просто... О. Воу! Какой большой кусочек дерьма. Теплообменники. Выведи их из строя, и оружие перегреется. Занимаюсь этим? Один есть! Так, один есть, осталось 10. Ну, скорее всего, штуки 3-4, наверное, но все же. Оооо. Вот это дерьмецо-то хорошо вошло. Так. Ребятки, давайте мы как-нибудь распределимся так, что вы умираете, а я нет. Ну, типа, по чесноку, все дела, да? Вы же знаете, как это обычно бывает. Обменники хреново, открывайтесь. Ну, открылось. Зам, откройся, я просто. Второй готов. Последний должен быть у ядра. Ядра, говоришь? Ну, значит, нам придется прокатиться к ядру. Ох, а здесь теплее, чем казалось.
Так. Ну, ядра. А, вот он где. Большая здоровенная махина, я понял. Черт, которую я еще не успел убить. Мне кажется, он с двух сторон открывается, да? Ну да. Блин, гребаное солнце, быстрее! О. Могло быть больно, ребят. Мне кажется, наступит небольшой взрыв. Температура повышается, но этого мало! Надо остановить работу ядра! И как-нибудь сделать маму мне. Подскажи мне, пожалуйста. Видимо, танк на сегодня твое время закончилось. Пойдем внутрь, детка, покажем им. С ее помощью мы перегреем резервуар. Ты же в курсе, что я сейчас заражаюсь радиацией, да? Хотя, учитывая, что я могу, в принципе... А-а-а, больно, сука! А-а-а, горячо. Серьезно? Ты подогнал наш корабль, да? Как это мило с твоей стороны, Камала, мать твоя! Орудие уничтожено! Начинай атаку! Интересно, а ты в курсе, что здесь все раскалено? Причем, блин, до предела. Ну ты засранец, скажу я тебе. Молодец, полковник. Какой это? Уже седьмой? Да, кому нужен свет, когда у тебя есть пернатый друг? Я прав? Ты знаешь, что я прав. Я прав. Ага. Да, в этой точке я установлю телепорт. Завалы и Кор уже на своих позициях. Завала, мы на позиции. Как и мы. Икора, можешь начинать. Есть. Сейчас рванет. Наш выход. Завала, мы подъезжаем. Так. Почему я всех стражей нахожу на земле? Где Кейт?
Если он следует плану... Как раз там, где и должен быть. Мы поможем вам с Икорой подняться наверх. Так, новый план. Я займусь этим, а вы идите. Икора, Кейт на месте, я скоро буду. Удачи, Страж. А чем же все это дерьмо закончится, вы узнаете в следующей серии.